Да, это бодрит. По рации только что передали, что рядом засекли неопознанную морскую цель. Отлично! Давай подготовимся к теплой встрече, если он сюда сунется. Давай. Слышал? На острове объявился какой-то парень. Диверсант? Ну да, все только о нем и говорят, но сам я его еще не видел. Надеюсь, у него хватит мозгов не соваться сюда, а то я одену его в похоронный костюм. Что ты сделаешь? Что слышал? Я одену похоронный костюм. Сколько тебе лет, чувак? 200? Даже мой дед не говорил подобного бреда. Ладно, ладно. Надеру ему задницу. Смешаю с дерьмом, оторву голову и выпущу кишки. Так лучше, да? Вау, круто! Лучше не скажешь!
Он там!
Что бы там ни было. Вижу цель. Хочешь еще? Тобой. Thank you.
Поймал что-нибудь, Жан-Марк? Да мелюзга всякая, крупная не клюет. Просто у тебя не та наживка. Попробуй эту. Граната. Фредди, у тебя что, совсем крыша поехала? Это он! Он там! Опа! У меня опять фулл хаус, сосунки! Опять? Вот ты везучая сволочь. Так, прекратили разборку и успокоились. Поступил сигнал. Какой-то клоун в гавайской рубашке свободно разгуливает по острову. Этот несчастный ублюдок даже и не узнает, кто его пришил. Ладно, пошли, найдем этого лопуха. Начинается веселуха! Мы его потеряли! Объявить тревогу!
Сдохни-ка!
Видел новое оружие, которое отправили на Пагау? Нет, но Джимми говорит, им всегда приводят самые крутые стволы. А ты чего хотел? Крутые стволы дают тем, у кого есть допуск. Ага, но иногда мне хочется, чтобы и нам завезли таких игрушек. Твой старик был во Вьетнаме? Чертовски верно. 101-й десантный. Я уважаю, брат. Эй, я-то при чем? Я там не был. Черт, я тогда еще не родился даже. Ага, точно. Но это все равно круто. Он так не думал. На своей шкуре все чувствуешь иначе. Ты не задумывался, что мы здесь охраняем? Ты о чем это? Мы охраняем центр связи. А что мы тут еще, по-твоему, черт побери, делаем? Нет, в смысле, от кого мы его охраняем? Не понял? Ты когда-нибудь тут кого-нибудь видел, кроме наших? Ни местных, ни туристов, вообще никого нет, только наши. Ну и? Так от кого мы его охраняем? От кабанов? От чаек? Или, может, от гребаных морских звезд? Потерпи. Однажды будет тебе настоящая работа, и тогда ты пожалеешь, что это не кабаны и не чайки. Ну уж нет. Если такой день настанет, я повеселюсь по полной. Ну, посмотрим.
25 секунд? Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Ты сукин сын! Это было больно! Ты об этом пожалеешь, сопляк! Thank you.
Я не знаю, я просто говорю тебе, что нигде теперь себя в безопасности не чувствую. Но здесь же нет поблизости ни трагинов, ни лабораторий, только эти долбанные антенны. Я знаю. А вдруг они научатся управлять катерами? Или плавать, например? Спустись на землю, они лишь животные. Они не просто животные, они полулюди. Почему же они не могут делать то же, что и мы? Потому что та половинка человека, что в них есть, не самая умная. Надеюсь, ты прав. Произошло. Что бы это могло быть? Ты слышал? Что произошло? Здесь произошло. Взять!
там.
Что это? Тебя все. Thank you.
Thank you.
вижу. Эй, кто? Thank you.
Куда он пропал? Thank you.
Не светло! Thank you.
О да, люблю запах запала по утру. Это просто замечательно. На жопу натяну. Кусни мой зад. Пососи. Я прострелю тебе зад. Соси! Сейчас я надеру тебе задницу. Я разнесу тебя в клочья. Разделаю, как бог, черепаху. Разберу тебя по косточкам. Ты нарвался. У меня для тебя уже пуля подписана. Нравится? Я иду за тобой. Я иду за тобой. Да! Уничтожить! В атаку!
атаку! Мне что-то заслышалось. Блин! Стоять, ублюдок! Thank you.
натяну. Мои уши! О, да.